что сказать. Устроены так люди, желаю знать. Что будет? Я гадаю, ворожу, людям правду приношу. Мадрёна, не видали? Чё хахая, серьёзно спрашиваю? Калду баб, калду дед, странно взвели навет на Ивана Кузина. Вот, мол, кукурузина уродилась в огороде и растет при всем народе. Чего вы врете? Это грех. Кукуруза, как у всех. Клава! Цветочек! Колдуй, баба, колдуй, дед! Неопознанный предмет. Над деревней появился, стырил три свиньи и смылся. Много стало в наши дни неопознанной аномалии. Цветочек, вешайся! Где ты, бабушка, шатун? Старушачий опоздун! Черпачок не подведет. Сейчас Матрёна к нам придёт! Слышь, ты! Мать Гарри Поттера! Тапки твои! Я работаю! Как видите, результат мгновенный. Кто ещё? Оплата высокая. Ты что ли мои тапочки-то к обоим приклеила гидрометцентр медированный? Уйди, уйди, исчезни, пропади. Отползи и не гляди. Дальше ли половник? Это что, мобила для связи с дурдомом? Перезвонит она в 6 утра. Что делаешь-то? Я женщина вам. Чего? Вам к нам. Откачнись, я госпожа. Я госпожа гадалка. Я вишунья. Чего? Я визжащая скважина правды. Японский магнитофон. Это что такое? Ну ты и расфритюрилась. Я аж маленько прижупилась. Ты что, никак новый бизнес, что ли, открыла? Скважина правды, бо. Представь себе. Череп. Магия, гадание, кривой рот. Кто? Этот, блин, приворот. Не запомнил еще пока. Понятно. И что, клиентура поперла? Есть желающие. Ты смотри, молодец какая. А это что? Бедный Йорик. Надо рукиться вы. Чего? Чё ты трогаешь хотел? А чё такого? Я сейчас потрогаю тебя. И чего? Вообще не гляди в его сторону, понял меня? Собака, блин. Сама собака. Баскервилева. А ты маленько, Найда. Бедный, не бедный, а Яврик. А я... И не Аяврика трогать не надо. На что деньги ты тратишь, Аяврик? На черный день откладываю. Вы это откладывать, высиживать пора. Что болтай, сама дура. Вот вы в красном. Вы по делу или как? Ты смотри, что творится, женщина. А допустим, я по делу, как прикажете называть ты теперь вас? Имя есть специальное? Или как в волшебных-то кругах? Кличка погоняла? Да, есть. Я мать Алёнушка. Сожрите меня, крокодилы, 6-метровые. Она мать Алёнушка. Как говорится, лети с приветом, вернись умно. Слушай-ка, цветочек, то есть мать, проси Господи, Алёнушка. А ты можешь со всей вот этой своей хуй... Ну, я имею в виду реквизитом, реквизитом. Наделить меня даром? Даром соблазнять мужчин. Даром соблазнять мужчин. А что, мелочиться мне? Ну что ж, я могу это сделать, красненькая женщина. Трясаешься. Только не даром. В смысле? Тетимите, давай. Иди отсюда, так денежку и знала. Мы подруги давай. С тобой. Люди что скажут? Подруги? У нас это ее деньги для нас. Бизнес, сосед, что отдельно. Ли? Соседки-то помоги. Отношения среди соседей бывают мать разные. Ничего не бывает разные. Пример мне. Да какой тебе пример? Любой. Ну, пожалуйста. Например, приходит к тебе в гости твой любимый сосед. Эдуард за стенкой живет. Он сам. Приходит вечерком, 11:00. Эдуард, 11:30. Пусть 11:30. Гадина какая, а? У тебя в голове всякие эротические гадости роятся, а он тебе и говорит. Ну что, дашь любимому соседу? Чего? Дрель с молотком. Нет, кто по мне спать всю ночь опять не давал. Вжик-вжик. Вот. Вжик-вжик. А если бы он у тебя с ночевкой остался? Ты бы уснул. Ну нет, конечно. Вот видишь, результат-то один. Вжик-вжик.
А отношения? Отношения разные. To be or not. To be, как говорится. Фу, чокнутая. Хотя женщина в вашем возрасте уже бы надо не о мужчинах, а о здоровье. Ну, ой, ты бы он здорово погляжу, прям Сямбаева. Алена тоже, ты бы лучше закаливанием занялась. Чем? Закаливанием. Чего? Я вот, например, каждую ночь с открытой форточкой сплю. Естественно. С кем тебе еще спать-то, милый мой? Я-то шучу, я ладно. Слышь, ты... Обидеть боксера может каждый. Да ладно. Не каждый успеет извиниться, понял? Поняла, понял. Прям страшно, бабушка, братьев Клечко. Кто такие? Атлеты по-киевски. Не знаю, не пробовала. Слышь, мать, как тебя? Аленушка, я так просто не уйду, все равно проведешь процедуру. Что ты там делаешь? Гадаш или что? Я не знаю. Ну давай, что интересует тебя, красавица? Нельзя было без прелюдиев-то. Красавица интересует что? Будущее? Ну что ж ты вправе сделать этот страшный выбор? Каждый человек кузнец своей судьбы. Да, я кузнец. И как кузнец я не могу никуя. Ты поверь мне, давай. Я тебе буду гадать на соли. Интересно. Стакан соли, два воды. Так. Покрутить туды-сюды. Яра. Размешать и растолочь. Ты гляди. Выпить и не спать всю ночь. Выпей. Думаю, где подвох. Это волшебное зелье, несчастная женщина. Ой, я не могу. В смысле? Это я действительно? Да, или... да, это эксклюзивно для вас. Да что ты говоришь? Да, коктейль. Mm-hmm. Седая вдовица. Потрясающе. Авторский, что? Импортный ингредиент. Ну, кто бы сомневался. Кеша дает добро. Кто? Кеша, брат Паши, дает добро. Братья Черепановы? Три точки должно быть, три точки. Да, да, три точки, 12 запятых. 12 запятых. Так это я твой. Чего ты? Деньги дома забыл, ну, сегодня. Начинается. Давай ты расскажи, без денег сегодня, если ты ИПшница. Я не спросила. Если ИПшница без этого, рабочая официально стоишь ты здесь, можно гадина, без денег. Без я денег, тебе в понедельник пошла? Подам, можно какая следить. Дура, из если ты налоги денег, платишь, товарищ, товарищ, если ты ИПшник, давай, какой, то тогда какой можно кредит? Кредит. Можно. Я тебе что, банк, ты мне расскажи, верни банку, гляди отсюда. Пошла отсюда! Мне бы... Уйди, клябры убрала свои, пошла отсюда. Услугу. Сдунься. Я хочу услугу. Иди отсюда, Матрёна Поберушка. Без бокала нет вокала. Я поняла. Слышь, мать, как тебя, Алёнушка? Это, импортный грыж, что ли? Вот я этот. Тебе последний отдала. Закиснет сейчас, дорогие, небось. Я что думаю-то? Может, в Москве кто хочет попробовать? Ты пройдись, люди разные. Оно, знаешь, нет-нет, а потом раз-да-да. Оно, знаешь, как бывает, нет, а потом раз-да. А товарищи, нет. А. Эксклюзив. Если выпьешь в полчаса, ты увидишь чудеса. Глянь, в реальный мир пошла. К людям пошла, к реальным. Товарищи, не берите ничего у них, Христа ради. Банку с солью взяла и пошла к людям. Ой, давайте, зал. Женщина, вы... Я далеко не пойду. Ой, гляди. А что, боитесь, соленая? Нашла. А вы горькую уважаете? Полусладенькую, да? Не злоупотребляйте только. Это может не понравиться вот вашему суженому. Суженому? Давай, девушка, ты выпей. Ой, ты у нас самая молодая здесь. Ой. Тебе еще в жизни предстоит пуд соли съесть. Ой, дурнет. Начни дело с юмором. Зря отказываешься. У меня хорошая соль. И йодированная. Йод-дефицит у тебя не будет. Не будь. Сама соль. Уверена? Бесплатно? Пей, глупая! Ой, я не могу! Слышь, Светочка, а я гляжу, что ты не пошел. У тебя бизнес-то в Москве забуксовал маленько, да, Клав? Да, мой забуксовал. Ты сглазила, корова самарская. Слушай-ка, Клав, ладно, это... Я все хочу спросить у тебя, уж лет 10 забываю. Сейчас с банкой-то вышла, я и вспомнила. Ты это, как ее, хиромантией занимаешься? Это вот зачем тебе?
Ты прямо не можешь ответить, зачем каитон? Я говорю, хиромантией заниматься или нет? Зачем? Занимаюсь. Ты про что говоришь, зараза? А ты про что? Ты вообще в курсе, что такое хиромантия? Ты что орешь на меня? Как с ней разговаривать? Она опять о своем. Да о чем о своем? Я не знаю, о чем ты там. А хиромантия — это гадание по руке. Я гляжу, ты вообще не в курсах насчет хиромантии. Ты могу показать, ну, если хочешь, конечно. Ну, так интересно. Да вообще, что конечно. Ты говоришь? Из общеобразовательного процесса. Внимательно смотри. На руке у человека есть 6 главных линий. Покажи. В эту точку ставь палец. Да. Видишь, линия пошла? Ага, это жир... линия ума. Жирная? Моя, потому что. У тебя и пятки большие. Я весьма умный человек. Под кофтой устремился, клянусь. Сейчас задеру тебя. Задери предплечье направо и вниз падает. Потички. Между двух. Ага. Веди, веди. Веди, 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 веди. Стой. Кончилось. Нет, здесь у меня дырочка. Заштопаешь? Направо. Стой, налево будет, но надо зеленую стрелку ждать. Встречные эритроциты идут. А, мотоциклисты. Все, проехали. Веди по лампасной до конца. Когда кончится? Никогда у меня линия ума, план переходит в линию жизни. Петля счастья, альфа, омега, бесконечность. А у меня где линия жизни? Давай посмотрю, горожанка. Вот она. Вот тебе... Ничего, что там? Ничего, жить будешь долго. Вот так вот. Но плохо. Врёшься. У тебя линии судьбы в фигу сложены. А на линии любви нифига себе. Ну, что там? Черная дыра. Черная бура. Переверни руку, точно твоя рука-то не протез.